Думал, что отказаться не хватит сил. Но сегодня ты справился и стал сильнее. Бросил? Еще вчера ты могла быть плохим примером. Сегодня тобой гордится самый важный человек. Еще вчера ты курил и задыхался, поднимаясь по лестнице. Сегодня у тебя захватывает дух от новых открытий. Минздрав утверждает, ты сильнее примочки. Ведущий специалист по работе с молодежью молодежного досугового центра Евгения Соропятова заняла первое место в региональном конкурсе «Лучший работник в сфере государственной молодежной политики Свердловской области». О победителе в конкурсе расскажет Ольга Шестакова. Свою деятельность в молодежно-досуговом центре Евгения начала с 2013 года как педагог дополнительного образования. Она являлась руководителем вокальной студии «Калейдоскоп». Работала методистом, специалистом по работе с молодежью. В настоящее время Евгения работает ведущим специалистом молодежно-досугового центра. По словам Евгении, ее всегда привлекала эта работа. Меня очень давно привлекала работа с молодежью, ведь молодежь – это активная составляющая нашего времени, и это тот период жизни, когда ты стремишься к чему-то новому, к чему-то лучшему. Молодежь заряжает своей позитивной энергией, своим драйвом, энергетикой, действительно стремление к чему-либо совершенствоваться. И мне очень интересно работать с такими людьми. Одним из ее достижений стало участие в ноябре 2017 года в конкурсе профессионального мастерства «Лучший молодой работник в сфере государственной молодежной политики», где она заняла первое место. В этом году она приняла участие в региональном конкурсе «Лучший работник в сфере государственной молодежной политики Свердловской области», который проходил в городе Екатеринбурге в Доме молодежи. Конкурс проходил по 6 номинациям. Евгения заняла первое место в номинации «Специалист учреждения по работе с молодежью» по разным направлениям. Отметим, что всего в данной номинации были представлены 7 специалистов городов Свердловской области. Основная деятельность Евгении заключается в организации и проведении различных городских мероприятий, которые для центра являются традиционными. Самые такие традиционные мероприятия нашего центра – это фестиваль «Танцевальная весна». Проходит у нас весной, также весной у нас проходит городской конкурс под военно-патриотической песни «Красная гвоздика», День молодежи мы проводим ежегодно, открытая репетиция, посвященная Дню рок-н-ролла, тоже нами проводится, волонтерские различные акции, мероприятия, посвященные государственным праздникам, профилактические мероприятия. В этом году вот мы провели День молодежи, это у нас был городской фестиваль «Автозвук», но он стал не городским, а межрегиональным, потому что к нам приезжали люди из Кургана, из Пермской области, из Тюмени, из Челябинска. То есть очень много было представлено областей, чему мы были очень рады. И все участники были довольны, мы получили очень много положительных отзывов о нашей работе. Хочется, конечно, продолжать в том же духе, и мы для этого стараемся. Евгения ведет активную деятельность по взаимодействию с различными организациями и учреждениями города, принимает участие в координационном совете молодежи, а также различных мероприятиях и конкурсах. За период ее работы были разработаны и внедрены новые проекты и программы по работе с молодежью. Коллеги Евгении отзываются о ней только положительно. С Евгенией Олеговной мы работаем уже более 6 лет. За этот период она себя показала с положительной стороны, как добросовестный, ответственный работник. Проводит городские массовые мероприятия, организует их. С ее приходом в нашем учреждении появилось очень много новых городских мероприятий. Мы ей, конечно, желаем, чтобы она дальше себя совершенствовала, процветала и работала в нашем учреждении. Евгения хорошо знает структуру молодежной политики, имеет большой опыт работы с молодежью, успешно организует и проводит различные мероприятия, тем самым вносит свой профессиональный вклад в развитие молодежной политики города. После победы в региональном этапе конкурса она рекомендована к участию во всероссийском конкурсе на лучшего работника в сфере государственной молодежной политики от Свердловской области. Ольга Шестакова, Максим Фетисов, Новости АТВ.